Члены комиссии рассмотрели возможности увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты Смоленской области и нашего муниципального образования. Повестка дня состояла из трех вопросов. Федеральная налоговая служба представила списки налогоплательщиков, которые выплачивали заработную плату своим работникам ниже установленного минимального размера за 2015 и 2016 годы. Тем руководителям, которые на заседание комиссии не явились, решено было направить повторные приглашения. А на тех, кто не пришел на комиссию после повторного приглашения, собранные материалы будут переданы в надзорные органы. Кроме того, были рассмотрены предприятия и индивидуальные предприниматели, которые имеют задолженность по налоговым платежам. Минимальная сумма задолженности 155 рублей 45 копеек, максимальная 53 191 рубль 8 копеек. И в завершении заседания члены комиссии рассмотрели организации по вопросу выявления фактов легализации неформальной занятости. Данные были предоставлены также Федеральной налоговой службой. Поскольку никто из руководителей этих организаций на комиссию не пришел, решено было направить им повторное приглашение на следующее заседание.